Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня вы увидите очень интересные и очень качественные моды для нашего Майнкрафта Бэддог. Но не забудьте ставить лайк и подписаться на мой канал. Первый мод у нас будет на ручной динамит. Вот как он выглядит в руках, и вот его крафт. Он работает вот так. Его надо кидать. Как видите, у него есть уникальная анимация. Башка и жила. Как видите, он не разрушает блоки, но наносит довольно приличный урон. Примерно на 5 единиц. Также у этого ручного демонита есть свой уникальный аналог. Ручной демонит с крылами. Он работает вот так. Он будет идти к ближайшему мобу. Неважно, какой он. Минный, либо раздепный. Этот мод довольно простой, но очень интересный и очень качественно сделан. Поверьте, вам стоит с ним поиграться, вот немного. Следующий у нас мод на катапульту. Вот как она выглядит в руках в виде пимета. Вот ее крафт. А вот и сама катапульта. На катапульту можно сесть и на ней ехать. Как видите, есть анимация колес. И самое главное, из катапульты можно стрелять. Чтобы вам стрельнуть, вам нужна огниво. Также вы можете стрелять изнутри катапульты. Также катапульта умеет ломаться. Примерно 5 ударов незавитым мечом, и катапульта ломается. Также вы видели только что анимацию поломки. Если вдруг ваша катапульта сломалась, вы можете ее починить с помощью обычного слитка железа. Подходите к этим руинам и просто нажимаете, и также есть анимация, как она чинится. Все починили. Если вдруг у вас нету шитка железа, вы можете ее озабрать на остальные компоненты. Выпадет вам еда, поводок, железный юг и щит. Конечно, при крафте мы используем больше компонентов, но вы получите почти все, что нужно, чтобы вы могли опять построить катапульту снова. Также вы можете ее собрать в виде пимента. Вам точно понравится этот мод, потому что тут есть и крутые анимации, и пару интересных механиков. Мод, конечно, довольно кажется простым, но он очень качественно сделан, и с ним очень интересно будет играть. Советую всем скачать этот мод и поиграть. Следующий мод нам добавит пушки. В этом моде есть две вида пушки. Крепостная и боевая пушка. Вот все снаряды, кто добавляет этот мод. Эти снаряды только до этих пушек. Чтобы скрафтить пушки и эти снаряды, вам
не ходим вот так. Специально до этих пушек и снарядов. В этом стаке вы можете скафтить все эти пушки и все виды снарядов. Чтобы нам получить этот верстак, надо взять 6 доски и 3 сытка железа, чтобы скафтить этот верстак, где вы можете сделать 2 вида пушки и все снаряды. Эти пушки ничем не различаются, просто разная моделька. Но полевую пушку можно перевязать палатку и ее так двигать. Когда вы садите в пушку, вы увидите анимацию фитиля и увидите эту кнопку. Когда вы нажмете на эту кнопку, вы сами станете снарядом. Сейчас я вам покажу все снаряды из этого мода. Обычное пушечное ядро. Это разрывное ядро. Земной снаряд. Цепной снаряд. Огненный снаряд. Этот снаряд, я точно не знаю, как он работает, но написано, что он должен освещать, когда летит и когда падает. Но он почему-то не работает. Ракетный снаряд. И последний визор снаряд. Этот снаряд будет выдавать всем мобов в зоне поражения. Если хотите поиграть у пирата и после хотите хорошо подкачать вашу защиту, этот мод вам очень пригодится. Следующий мод у нас будет на демоническое освещение. Этот мод я считаю одним из самых интересных, потому что тут есть такая вещь, как свет зависит от объекта. Например, если я возьму сейчас факел душ, света стоит поменьше. Если я опять возьму факел обычный, станет света намного больше. Если я сейчас возьму фонарь, света станет намного больше, чем у факела. Если я возьму фонарь душ, свет станет таким тусклым. А если возьму сейчас лустрон факел, света станет очень мало. А если я сейчас возьму света камень, света станет намного больше. Надеюсь, вам понравилось это видео и все эти моды. Все эти моды вы можете скачать по ссылочке в описании. Но не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если интересен
мой контент.